Всем привет! Совсем недавно набрел на один очень необычный объект, отдельно стоящее здание, полностью обшитое металлическими листами, не имеющее снаружи никаких входов. То есть сотрудники этого заведения попадают туда через подземные коммуникации. Объект этот является действующим и активно используется. Объект в своем роде уникален. То есть на самом деле в нашей стране всего два подобных объекта. Сразу хочу попросить прощения за ужасное качество съемки, поскольку оказался я там по своим делам, совершенно не планировал никуда лезть. Не было с собой под рукой ни света, ни камеры, никакой техники. Планирую там побывать уже в полном снаряжении и отснять, дорогие зрители, для вас видео об этом интересном объекте. Всем пока-пока!